Так, друзья, опять мы в карьер. Патрол застрял. Не совсем застрял, но... Гранд Чероки нет. Колеса не спущены. Поэтому не так просто. К сожалению, Виллис уехал. А было бы интересно его в карьере посмотреть. Интересно, легкая машина, может ли она, сейчас мы ему предложим задание интересное. Леня, нет, смотри, высший пилотаж, это вот это высший пилотаж. Попробуй рядом, но ты легкий. Вот я говорю, ключевое интересно, вот сейчас сравнить, все тяжелые, ты один легкий. Вот такой начался тут движ. Красивое небо, еще капает немножко. А вот Макс пробует на серьезный подъем, но тут даже сани было непросто. Не знаю, я туда заеду или нет. Ну, на коксе, думаю, заеду. Андрюха, выключи. Неплохо, неплохо. Да, интересно тут Виллис посмотреть очень. Ну, я думаю, еще как-то соберемся, приедем на песочек в лайтовом режиме. Ну, Шевроле Нива. Нива за счет мотора относительно небольшого веса может. Круто, круто, не, нормально. Попробуй на той стороне что-то. Макс, увидите, сложно. Блокировки нету. Макс, Гакс, пол. Круто. А вот и Nissan Patrol появился из-за поворота. Тяжело тяжелым машинам тут. Ага. Тяжеловато, да? Очень, очень вязкий песок и глубокий. Вообще непросто. Ну, тут Wrangler доминирует. Соотношение вес-мощность без вариантов. Ни одного повтора, обратите внимание, машины все разные. Всех основных внедорожных производителей всех стран, я имею в виду. Ну, Олежек, блокировка заработала, включилась, да. Красавчик. Так, Леня пробует на самую серьезную горку сегодняшнего дня. Ох, он жесткий. Че она не едет? Я ж без разгона. Ну все равно. А без разгона сфера. Даже Саня без разгона не заедет. Даже Саня, да.
Пробуй с разгоном, Лёня. У меня разгона нет. Разгоняйся. Говорит, разгона нет. Не, опасно немножко, да. Попробуешь туда еще раз, Саня? Ну, на высокую. Круто. Да, не хватает динамики. Вот это крутяк. Это просто крутяк. Лёнь, подожди, может, вперед лучше подтянем, потому что там назад как-то стрёмно немножко. Да круто вообще! Ну ты хорошо так сортанул. Давай, Лёнь, давай. Лебедись. Все работает, диагоналка просто. Не копай, подтянись. Самурай. Серьезный автомобиль, ничего тут не скажешь. А вот и патрол. Да, да. Качил ходом. Руслан, ну что, ты заезжаешь? Повис на траверсе. Да, у тебя колеса крутятся, все нормально. Есть. Едь давай. Лебедите меня. Лёня накопал. Конечно, Лёня. Ну, конечно, Лёня виноват, ага. А, толкните, да, сюда вниз. Жень, толкни. Русь, ну я дальше заехал. Как дальше? Дальше. Я вот здесь. Да нет. Да. А это ты накопал, я из-за тебя застрял. Да ладно. Да. Я не видишь. А не, нормально, за это цепляет, пусть ближе подъедет. А ну, вас снимает. Порвется, чтобы вы знали. Оп, есть. Я тебе подарок ей даю. Смотри еще. Смотри, поле. Витя, дверь закрой, то по лбу да с тросом, что-то он там совсем тяжело идет. Едет, съедет. Витя не может путать. Все, давай тебя назад лебедить. А все вниз толкните меня. Да, давай, поехали. Сейчас мы тебя столкнем обратно. Да не надо, вместе с Витей. Да Витя не хочет ехать. А кто его спрашивать будет? Он будет висеть. Да, серьезная просто. Мы равномерно наматываем. Стой! Хорош, выключай.
Не, я одной рукой же не могу толкать. Ну давай, ну двумя тоже смысла нет. Я тоже. Давай, толкни. Сел? Да. Сейчас будет экшен. Опять? Может, да. Может, раскачку его, может. Витя идет уже со шнурком. Отходи, да. Сейчас Олег его толкать будет. Давай, давай, еще! Давай! Давай! Ай. Все, Рус, давай! Ага, не-не! Дальше покажи это, фотку сделай на ходу. Не, он уехал уже. Нет, тут с разгона надо ДТП делать. Не надо, хорош. Чего? Ну что, ты цепляешь, Вить? Я еще не видел, чтобы с горы лебедили. Еще не было такого. А уже сразу все было. Ну давайте что-то решать с ним. Или бросаем, или вынимаем. О, поехал. Как так? А, веревкой. Ну, веревкой получилось. Давай, Рус, еще одна попытка у тебя есть. Тут все уже поднялись, кроме тебя. Все равно не доедешь до меня, можно и тут снимать. Пробуем еще раз. Разгон сейчас возьмем. Возьми с горы вообще стой разгон. Разгон возьмем, может. Может заехать, да. А мы все ржали, а он заехал. Больше никто, кроме джипов, не заехал. Как это получилось? Как? Я заехал почти. Саня, я заехал, лебеда считается. На коксе заезжает. В8 есть В8. Я же сам заехал. Да вообще. Не, это что-то не то. Не, парни, дело не будет. Где железяка? Да вот он, что-то под колесом. Вы видишь, Олег, я тебя. Да. Это джипа какая-то запчасть. Джипа запчасть, думаешь? Да, значит, смотри, подрамник у тебя отвал. Отвал. Да не, это... Разгон больше бери, Макс. Так, давай подальше отъезжай. Да, тяжелый, это такой глубокий песок очень. Крутой подъем. Ха-ха, В8 рулит. Да. Сейчас Ниву покажет. Да ладно. Что, в натуре покажет? Да посмотри, что он делает. Так, Женя. Без В8 сложнее. Сигарету выбрось, а не это тебе помешало. Сигарета помешала. Ты не куришь? Нет. Просто держишь? Да. А, чтобы не страшно было, или? Да. Да, все, да, ответ. Конечно, на пониженной. Первая пониженная. Я на первой повышенной. Не хватало. На первой повышенной? Ну, тебе, видишь, тебе надо динамика, потому что мотор. А у нас же... И у тебя аж понижение большое. Нет, у меня наоборот маленькое. У меня заводское понижение. Не, ну как для Нивы, это я вам скажу. А попробуй первая повышенная. Да не, не поедет. А у него мотор уже разрывался, да, отсечка срабатывала, не скорости, да, не было. Так скорость выберет. Он на первой получается фигачит. Первая повышенная. Она пониженная на первой получается. О! Раз в зону мотор загоняет, а динамик нет. Вот это крутой любая аппарат. Машина налегке. Раскатали горку, короче.